Бизнес, это еще не то, что бизнес. Бизнес-то иметь всем надо, а вот не иметь отношения с Западом и не надеяться, что там за границей нам поможет, понимаете? Вы почитайте 100 раз Остапа Бендера, по 10 раз и поймите, что за границей вам не поможет. Она ему не помогла в конечном итоге. Ну, почитайте, это же очень книжка такая, ну, главная, наверное, в жизни. Для всех людей, которые хотят заниматься бизнесом так называемым, да, для всех там пройдох и так далее. Пожалуйста, там же все эти меры уже описаны. Вот, поэтому человек нес туда, на границу его раздели. Ну так и будет, этот сценарий будет повторяться сначала с частными лицами, потом и со всем государством, как угодно. Запад нам не друг, это надо понимать. Можно с ними заигрывать, но не заигрываться.